Доброе утро! Ой, а где Сережа? Нет, на столе беспорядок. Пора программу начинать, а его нет. Ой, всем привет! Прости, Каркуша немножко задержался. Никак не мог найти ключи от входной двери. Угу. Привет, привет! Ты тут их легко потеряешь. Вон сколько всего разбросано. Да, надо бы все убрать. Хотя, постой. Смотрю я вот на все это. Ну? И кое-что придумал. Давай-ка мы сегодня смастерим ключницу. Будет куда ключи повесить. Из чего же мы ее сделаем? Ты знаешь, Каркуша, у меня где-то была одна заготовка деревянная. Здесь, на нашей полке выручайки. Так, а, вот она. Отлично подойдет. Еще нужны... Где они? Вот, обрезки из фетра. Весь его беру. Так, пластиковые глазки. Так. И вот такой носик. Интересно, а что ты придумал? Я придумал, Каркуша, сделать ключницу в виде кошки. У нас есть деревянный круг, саморезы. Так. Отвертка. Отвертка. Что еще? Клеевой пистолет. Вот такие кусочки фетра. Угу. Разного размера. Так. Черный маркер. И смотрите, ребята, пластиковые глазки у меня есть. И вот половинка окрашенного пенопласта. Вот все, что нам понадобится. Так, рассказывай, что надо делать. Предлагаю сначала нарисовать морду кошечки. Сделаем это черным маркером. Ребята, в центре круга проводим прямую линию, но не доводим ее до конца. Рисуем вправо и влево две завитушки. Смотрите. Смотрю. Так, подсказывай, где центр? Ребята, помогите нам с Каркушей. Вот здесь центр? Нет. Вот тут? Нет. Может быть, вот тут? Да. Вот здесь центр. Хорошо. Так, аккуратненько, ровно ведем прямую линию. Не до конца, как я и говорил. И вот здесь рисуем завитушки. Сережа, а что ты рисуешь? Я рисую рот нашей кошечки. Да? Да. Какой интересный рот у кошечки. А усы? Усы тоже сейчас нарисуем, но вначале предлагаю не путать наших мастерят и приклеить нос и глазки. А потом уже нарисуем усы вот здесь. Сережа, а чем ты будешь клеить, а? Клеим пистолетом. Капаем немного на основу и приклеиваем вот сюда, в самый центр. Отлично. Нос готов. Вот сюда приклеим глазки. Правильно. Глазки нужно сначала примерить, да? Конечно, чтобы все получилось ровно и красиво. Да. У нас же должен быть симпатичный котенок. Вот теперь, я думаю, в самый раз. Замечательно. Давай нарисуем сейчас усики. Вначале вот здесь несколько точек. Так. И теперь отсюда черные большие усы. У кошки длинные усы, они не только для красы. Кстати, как ты думаешь, Каркуша, все ли ребята об этом знают? Ну, возможно, что нет. Ну, тогда им будет интересно об этом послушать. Усы бывают у людей, у животных и даже у растений. И если первым они нужны для красоты, а последним для размножения, например, земляники, то животным усы или по-научному вибрисы необходимы для ориентации в пространстве. С их помощью кошки, например, могут с закрытыми глазами обходить препятствия, не задев ни одно из них. Сережа, я вижу, ты уже что-то вырезал из фетра. Да, я вырезал вот такие детали. Из треугольников мы сделаем уши для нашей кошечки. Но сначала при помощи клеевого пистолета соединим два треугольника между собой. Смотрите, ребят, черный сверху. Капаем немного клея. Приклеиваем вот сюда. Вот что должно получиться. То же самое со вторым. Оп! Быстренько приклеиваем.
Ушки готовы, приклеим их к деревянному кругу. Я думаю, вот сюда. На основание ушек также капаем клей, приклеиваем с одной и с другой стороны. И второе ушко. Готово. Сережа, а вот эта дырка в деревяшке мне совсем не нравится. Зачем она вообще здесь нужна? Такая кошечка симпатичная получается. И вдруг дырка. Каркуша, не волнуйся, дырку я задекорирую вот такой фетровой челкой. Сейчас ее прикрепляю, и никто не увидит эту дырку, которая так тебе не нравится. А эта дырка, как ты говоришь, Каркуша, совсем не бесполезна. С ее помощью мы легко повесим ключницу на любую стену. Ну, теперь понятно. А на что мы будем вешать ключи? Крючков-то нет. Вон, одни саморезы. Вот на них, Каркуша, и повесим. Сейчас вкручиваем их в нашу деревянную ключницу. Так, куда? Ну, давай вот здесь. Угу. Да, для такой работы требуется много сил, поэтому ее лучше поручить взрослым. Верно, Каркуша. Симметрично вкручиваем их с одной и с другой стороны. Не до конца, ребята. И несколько штук вот здесь. Очень симпатичная кошечка получается. Давайте посмотрим, как будут висеть ключи. Давайте. Берем и вешаем. Вот так. Каркуша, а где же мои ключи? Сереж, так они вот на нашей кошечке-ключнице. Точно, теперь они никогда не потеряются. Ну а нам пора завершать наше занятие. Смотрите нас на канале «Карусель». И мастерите с удовольствием! До новых встреч в мастерской! Ка-ка-ка! Мяу-мяу-мяу!